Гоголь, Чехов, Тургенев, Радищев, Горький, Некрасов, Лермонтов, Чернышевский. В память об этих писателях названы улицы в Заречной части Калязина. Такая концентрация известных имен на относительно небольшой территории породила идею создать в городе на пустыре между этими улицами литературный сквер. Подробности далее. Здесь находится пристань Калязина, к которой причаливают круизные теплоходы, а путешествующие туристы совершают пешие прогулки. На Заречной части города находится краеведческий музей и музей Волгари, архитектурные церковные памятники, Веденский и Богоявленские храмы, дома – объекты культурного наследия. Именно в этом месте располагалось село Пирогово, основанное в XVI веке. Это единственная часть в современном Калязине, которая уцелела и в советское время не попала в зону затопления. Сегодня мы имеем с вами самый исторический объект на этой территории. На месте литературного сквера выполнены работы по планировке территории, обустроены пешеходные дорожки, декоративные мостики и места для парковки автомобилей, а также произведен монтаж освещения и лавочек. Как отметил глава Калязинского района Константин Ильин, благодаря таким проектам повышается интерес к городу, как к одному из туристических центров Тверской области. Идея возникла, и программа появилась на уровне правительства Тверской области, программа по обустройству таких небольших территорий. Вот, мы подумали, что на Заречной части нет такой территории. На открытие сквера пришли местные старожилы, которые помнят, когда здесь были посажены первые липы, как приходили сюда гулять еще молодыми. Сюда стали телят, коз сюда стали привязывать, траву все выедали, был чистый здесь сквер у нас. Потом сделали эти детские площадки. Во время открытия на территории сквера прошли мастер-классы выставки калязинских живописцев, преподавателей Калязинской художественной школы, мастеров резьбы по дереву, художественному валянию. Свои работы представил коллектив районного дома ремесел. Завершился вечер фестивалем уличного кино. Под открытым небом все желающие могли посмотреть короткометражные фильмы от молодых режиссеров. А в планах администрации Калязинского округа продолжить благоустройство территории, что придаст улицам Заречья еще больше порядка и комфорта.